этого микрофона, смотрите канал Redline TV, его направление финансовое направление Redline Finance. И сегодня кратко хочу просто показать технологию вывода средств, вывода и ввода средств в проект Resonance Capital. Мы уже говорили о нем на нашем канале. Вот, ну, для более полной картины, да, уже кто еще сомневается, кто там еще хочет посмотреть личный кабинет на примере других, мы вам представляем возможность в режиме реального времени, как происходит вывод средств уже начисленных дивидендов и ввод нового депозита. Итак, давайте смотреть. Так, давайте здесь попробуем, как работает, наоборот, ввод в денег в Resonance. Итак, Resonance Capital. Итак, выбираем меню «Мои финансы». Вот они есть. И сразу же первый выпадающий меню «Пополнение счета». Пишем «Далее». Хотим мы пополнять системы Advanced Cash, доллары, потому что другой валюты здесь нет. Нажимаем «Далее». Сумма пополнения $100. Пишем «Далее» и смотрим «Перейти к оплате». Вот Advanced Cash. И нажимаем кнопочку «Продолжить». Так, подтверждение платежа нужно было сделать. Вот, продолжить, смотрим, что у нас завелось на, вот ваш платеж принят, да. Вернемся теперь к выбору операции. Смотрим историю операции, да, вот наша действительно операция $100, вот она есть. Теперь переходим на главную, выбираем портфель старт и нажимаем купить. Вот выскакивает в одном шаге, нажимаем оплатить. Вот он наш, сегодня как раз, ну, он пишет 18 числа, то есть сегодня 17 число. Вот он у нас, этот платеж здесь уже принят. С завтрашнего числа, с понедельника, обычно лучше заводить в баф по воскресеньям, потому что все, что вы заводите до понедельника, начинает работать в понедельник. Сегодня воскресенье, с завтрашнего числа начинает работать данный пакет стартовый. И, в принципе, что, естественно, очень хорошо, потому что деньги не простаивают. Итак, давайте посмотрим, как сделать вывод из проекта Resonance Capital. Итак, вот я открыл, как только вы зашли в личный кабинет, у вас открывается главное. Мы переходим на ссылочку «Мои финансы». Вам изначально должна прийти смс-ка на телефон, что на ваш счет зачислена сумма, да, вот у меня вот такая сумма зачислена, вот, они, правда, обычно дублируют еще имейлом, то есть, в общем, вы получаете информацию, заходите в личный кабинет, обычно эта информация приходит в пятницу после 10 вечера по Москве, и выбирайте тип операции. То есть вы видите, у вас три счета, да, вот лицевой, накопительный, партнерский. Под то, что накопилось, вам нужно сначала перевести на лицевой счет, чтобы отсюда уже произвести вывод. Выбираем тип операции. Перевод между своими счетами. Жмем «Далее». Вот, накопить, с накопительного надо перевести на лицевой. Выбираем накопительный, лицевой остается, нажимаем «Далее». И ввести сумму перевода. Вводим сумму перевода. Оно даже, видите, не позволяет. Обязательно нужно ставить точку, а не запятую. Вот. И нажимаем «Далее». И вот уже видим, что средства перевелись на лицевой счет. Едем дальше, переходим опять к выбору операции и теперь уже вывод средств нажимаем, да? Нажимаем кнопочку «Далее».
вывод у меня на систему Advanced Cache. Нажимаем далее. И опять вводим эту же сумму, 4340. И вводим счет своего кошелька Advanced Cache. Мне вот этот счет. Комиссия 0. И нажимаем далее. Вот, в принципе, вот так вот таким методом происходит вывод. Вот, пожалуйста, нажимаем. Да, еще забыл, что они просят подтверждение пин-кода на телефон. То есть на телефон приходит смс-ка. Пришла смс-ка, я нажимаю далее. И по пин-коду телефона, видите, в течение 5 дней они обещают прислать. Но на самом деле приходит обычно на следующий день или через день. Вот, в принципе, так происходит вывод на Resonance Capital.